Нарьян-Мар может стать народной новогодней столицей. Для этого всем жителям региона необходимо разместить в своих социальных сетях фотографии или видео о нашем заполярном городе. Наталья Дуркина продолжит тему. Галина Дерягина давно планировала провести Новый год в кругу своих подруг по вузу. Но каждый раз девушки не могли встретиться. И вот теперь Галина взяла все в свои руки и решила показать подругам красоты северного Нарьян-Мара. И они все это время хотели, мечтали просто побывать на крайнем севере. Я говорю, если не сейчас, то когда? Они на самом деле путешественницы, они много где уже бывали. И в этот раз они приезжают к нам. Галина решила присоединиться к акции «Народная новогодняя столица». На своей страничке в социальной сети разместила видео о том, как добиралась до стойбища оленеводов. Мы надеемся, что таким образом жители страны узнают больше о том, как празднуют этот замечательный праздник во всех регионах. Сейчас уже приняло участие более 150 городов. Мы надеемся, что этот конкурс придаст еще больше новогоднего позитивного настроения жителям нашей страны. Народная новогодняя столица – это всероссийская акция проектов «Мастера гостеприимства» и топ-блок платформы «Россия – страна возможностей». Старт был дан еще в середине декабря. На официальном сайте «Мастера гостеприимства» можно в реальном времени посмотреть активность каждого региона. Доверить рассказ о России самим россиянам. Мы попросили жителей страны рассказать о том, как празднуется Новый год в их регионе. Попросили рассказать и разместить в социальных сетях с одним хэштегом. Хэштег «Встречай Новый год с моим городом», «Встречай Новый год с Москвой», «Встречай Новый год с Петербургом». Фото или видео необходимо разместить в своих социальных сетях с призывом «Встречай Новый год с Нарьян-Маром», рассказать о красотах нашей северной столицы и поставить хэштеги «Новый год в России», «Мастера гостеприимства», «Мы вместе», «Нарьян-Мар». А участие в такой акции позволит всем тем жителям нашего города, которые примут участие, рассказать своим подписчикам о нашем городе. Люди, соответственно, в социальных сетях увидят и, может быть, решат приехать в Нарьян-Мар. Ведь у нас больше всего снега, самое яркое северное сияние, самые суровые морозы и много-много других атрибутов Нового года. Город-победитель получит специальные подарки от проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Это не только блок-тур, но и съемки уникального тревел-шоу о народной новогодней столице. Я хотел бы, чтобы все жители нашего региона, нашего города присоединились к этой акции, рассказали в своих социальных сетях о нашем прекрасном регионе, о нашем снежном регионе, который прекрасно подходит для новогоднего отдыха, и чтобы наш регион вошел, ну если не победил, то как минимум вошел в топ, ведь он этого, конечно, заслуживает. Коллектив телерадиовещательной компании тоже присоединился к акции. Главная народная новогодняя столица России будет определена 30 декабря. Все в наших руках. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».